детство прошло в советское наше время. У нас даже не было таких вот хороших материалов, чтобы что-то изобразить. Были обычные альбомные листы и были краски акварельные, как кирпичики такие. Они такие жесткие, их надо было еще размазать этой щетинкой, которая торчала во все стороны. Любовь к акварели у Лейсаны Рахматуллиной с детства. Художница родилась в Лишевском районе Башкирии. Родные места за красоту природы она называет своим акварельным окружением. В арт-галерее «Мирас» открылась ретроспективная выставка Лейсаны Рахматуллиной «Весны звон». Если что-то мне понравилось, я обязательно переношу это на лист. Это может быть самое простое. То ли солнце, то ли луна. Основная, наверное, тема моих работ все-таки Байкал, потому что я очень много времени посвятила Байкалу. Байкал меня подпитывает, и Байкал меня вдохновляет. Везде свое настроение, везде свое состояние, везде, ну, может быть, печаль, может быть, радость. То есть разные абсолютно работы. Понимаете, вроде и единая линия видна, и все равно она разная, потому что серии, допустим, Кижи, серии вот эту, не спутаешь с Байкалом. Или, допустим, что-то, то, что вот навеяно ей уже осенью нашей Башкирии. Тут очень много прекрасных работ, ну, а-ля натюрморты, вот тыквы, да. Посмотрите, какие чудесные названия. Тыквенные идиллии. Трепет восторга, весны звон. У Лейсаны интересное мышление, акварельное мышление. Иногда оно такое тихое, медитативное, и, кажется, растворяешься в нем. А иногда кажется, что она пишет где-то вот нервом на кончике кисти. И там уже не спокойствие, а другая совершенно энергетика, которая цепляет, как мы говорим. В этом смысле, конечно, она давно уже состоявшийся художник. Она такая была, как мне вот теперь уже кажется, она такая была изначально. Если я намочила бумагу, лист бумаги, и начала писать, я ее дописываю до последней точки, пока бумага не высохнет. Это может в течение 5-6 часов произойти. А сама работа может занимать и годы. Идея пришла, ее надо обязательно довести до ума. Постоянно напоминает о себе. Вот сделай это, сделай это. По словам художницы, акварель – это поэзия, которую Лейсана Рахматуллина в своих произведениях стремится донести до зрителя. Выставка «Весны звон» продлится до 8 мая в арт-галерее «Мирас». Алина Гребешкова, Антон Кучерин, городской телеканал ЮТВ.